Хей, йога, с вами Шумики, мы продолжим проводить игру по названию Мадора и Желание под лунным светом. Окей, давайте, я думаю, либо сходим вниз. Го, сначала переместимся. Где это у нас было? Покинутый монастырь. Город Кастер. Или нет? Или все-таки покинутый монастырь? А уж офиг его помню. Там. И там. Покинутый монастырь. Где оно? Где оно? Сейчас быстренько сбегаем. Вообще посрать. Вообще посрать. Пойди сюда. Как? Нет? А, имеется в виду его использовать здесь. Да? А? Так оно и есть. Найс. Изучить. А, так. Омыть кленовый лист в чае гибиска. Да. Получен чистый весенний лист. И что он дает? Раз, два. Ну, походу урона увеличился немного. А, мы честно с вами увеличили только что урон. И это заебомба. То есть у нас есть предмет, что увеличит нам урон. Плюс то, что мы нашли. Ну, типа сам лист. А плюс кольцо на урон. То есть, понимаете, это уже выгодно. Отсюда? Ой, ладно, у нас там все равно прямой путь. Ну, это плохо. Это очень... Ладно, важно. Не важно. Не важно. Волком не побили, не важно. Главное бы здесь не сдохнуть. То все вообще посрать. Не, ну вот это то, что у нас теперь новый лист. Это классно. Это хорошая новость на самом деле. Ай. Ай-ай тайм. Так, здесь на меня лучницы напали. А здесь что? Мертвая тропа. Так, и развилочка. Право-лево. Давайте пока что... Нужно опустить мост, окей. Так, картошки два... Ну, я лучше спрыгну. Он за мной полетел. Ах ты ж, ё-мо. Так, вот это плохо. Я не знаю насчет. Я понимаю, что это все дело опасно сейчас. И лучше экономить хп. Ладно. Блин, не знаю, ну, я помню одну только секретку тут находила, о которой речь идет. Но она...
Говорить. Мяу. Добро пожаловать в Карлский дворец, человек. Черное платье. Жертвенная дева из лун, полагаю. Мяу. Возможно, даже такой способ нас уже не спасет. Мяу. Ха-ха-ха-ха. Мяу. Ха-ха-ха. Это точно кот похож на сову? Это ж слова нет. Ладно, игра сохранена, это хорошо. Вот эти рыки мне не нравятся, кажется, дракон будет. Уа! Ладно, плевать. Плевать. Плевать, плевать, плевать. Колокол. Колокол свободы. Ну, колокол свободы какой ценой? А, хотя, какой? Хотя, можно сказать, никакой. Ну, не знаю, стоит ли прыгать вниз. Ой, может, сложно. Так же сложно, когда в игре даются выборы. А, так тут нету, видите, ничего такого. Вот, как, ну какого хера ты мне нанесла урон? Зараза. А, здесь, ну, хотя бы этих побольше. А чё он светится? Нормально, идем дальше. Вперед, перекат. Перекат, вперед. Почухайся. Так. Вверх есть, вправо и вниз. У меня понятно, что... Выбора не так много. Так, ладно. Оп, оп. Хоп-хоп. Ага, тут лестница есть. Хорошо. Босс. Нет, не босс. Я могу туда попасть. Но мне предлагают еще так, да, пойти? Хотя нет, я туда не долечу. Давайте сначала посмотрю, что. А, смысл. Ну, а не в этом смысла нету. Я лучше через скелета пойду. А, он еще пустой был. Весело, однако. Однако весело.
Что делать? Что делать? Интересно. Интересно, интересно. Типа я сохранился на всякий случай, потому что я же ХП подобрал. Что, давайте. Ох, долетел. Успел. В сраку. А, так я могу твои атаки отбивать. Ну, сори, чел. Так, тихо. Вау. Отлично. Только где бы мне найти отхил еще? Так. Так. Здесь прохода нету. Каха. Прошу, останови мои муки. Окей. Бац, литиком по лицу. Все. Бокаль. Изучить. Получен странный цвет. Странный цвет. Так, здесь я полностью восстанавливаюсь. Редчайший цветок в кладбище Белого Леса. Слушайте, так это полезная вещь. Очень полезная. Или считайте, как три колокольчика одновременно заюзать. Типа это очень, я говорю, качественный предмет и полезный. А, давайте в эту сторону. Чё? Чё? И чё? Получено. О, колокольчик плюс еще один. Ништяк. А, плюс ХП. Ну, как сказать. Теперь все выгодно. Так, осталось только теперь самый назад вернуться. Осталось вернуться в самое. А хотя. Ух.
Угу. Тихо, не в ту сторону. Да, не в ту сторону. Так. Пу-пу-пум, пу-пу-пум, пу-пу-пум. Сейчас сохранимся, как раз будет у нас и колокольчиков побольше. А, это еще не босс. Красная дама? А, потому что здесь гроб. А, я только что про... Хорошо, что не с самого начала. Я просто тут проход увидел. Походу котиком. Я понял, в чем прикол. Так, котиком. Чё? А, теперь понятно, чё. Или непонятно? Или непонятно. Ну, вниз собить не могу. Окей. Ну, с кошаком я хотя бы быстро бегаю. Ну, понимаю, это сейчас будет босс, да? 95%, слушайте, ну это почти конец игры. Типа угадай, где она, да? А, так их там 4. Попробуй угадай. А как угадать? Это лучше, чем они атакуют меня. Дождь. Ладно, давай здесь. Здесь. Да. Теперь она станет демоном. Все. Чё-то как-то. Ай. Довольно быстро. Окей. Я жука нашел. Главное не сдохнуть. Может, нужно было сходить все-таки это.
сохранится. А сейчас, знаете, иду типа к боссу финальному. А там будет жопа. Если что, еще есть первая и еще часть, но... Да, это к финалу я подхожу. Самое простое, что можно сделать, как... Ау. О, тихо. Десять 9%, ребят. Поехали. Хотя... Я так думаю. Это ж последняя битва. Так, и еще. Где твои хп? А где мои хп? Все. Серьезно? Что? Это сложно. Экипировка. Ладно. Поехали. Бац. Поехали. Раз. Окей. Еще хилюсь. Так. Готово. Яды. Влазит. Не достаю. Изи. Все. У меня еще... ХП есть. Да, она еще подзывала такая. Ой, все фигня. А че сосредоточен? Сосредоточен.
везет, везет. И третья фаза. Нихера себе. Чего? А что? То есть мы в нее вселились? Оно зависло? А нет, темнеет. Когда проклятие с востока поразило на деревню Лунту, деревня снаряжала ученица с освященной миссией запечатать проклятие. Жрец одержал победу над тьмой и остановила проклятие, вобрав его в свое тело, но она сама распространилась в воздухе. Теперь же ее история лишь далеко воспоминание, что передается поколение в поколение. И все же, дух упорства ее живет, наставляя юных жриц на путь к миру. Над игрой работали. Ну, в принципе, насчет игры. Я ее прошел залпом, то есть с первой серии до последней. Что можно сказать об игре? Она бросает вызов. Да, она сложная. Но на каждого босса можно найти свой подход. Взять просто финального босса, он довольно слабый, потому что у нас что было? 3 предмета на урон. Ну, один, который только сработал, когда мало хп. Ну, считайте, ладно, один предмет, это кольцо. И мы юзали камень. То есть, есть мини-прокачка персонажа, есть апгрейд. Это у нас мини-Dark Soul тоже можно считать, только у нас здесь нету стамины. Разные боссы, много боссов, много разных локаций. Если относиться к боссам, то у них прикольный дизайн. У них есть несколько фаз. В игре присутствует юмор? Ну, я даже не сказал бы, что тут есть такой юмор, но он, знаете, так... Не так, как полосочка-то проскальзывает, что типа есть. Прикольная музыка, есть пасхалка. Это из Берсерка ожерелья. А также можно отнести к плюсам это... А что еще можно такого сказать? Ну смотрите, здесь есть деньги, да? Ну деньги в основном что это? Покупка эликсиров, которые мы даже не покупали. Блин, я не знаю. Это довольно сложный платформер. Большое количество энчентов, ну, то есть врагов. Не знаю, типа... Давайте я досмотрю, или можно это скипнуть. Походу нельзя. Досмотрим до конца, может, будет намек на продолжение. Я же говорю, что есть первая и вторая часть, но... я не нашел именно компьютерную версию. А есть только на PS, кажется, если я не ошибаюсь. И еще можно... А давайте о минусах. Ну, в минусах можно сказать только это... Да, разве тут есть минусы? Ну, только, я не знаю, на самой последней сложности, может, оно и будет юзабельное, но... Это предметы, то есть они в каком-то степени бесполезны. Взять тоже... Ну, блин, я не знаю, к примеру... Илки там, да, всякие цветущие хернюшки. А кольца тоже довольно просорный элемент. Потому что там можно эффект сразу прочесть перед покупкой. Вот если... Спасибо, что играли в нашу игру. Если кольца показывали эффект только после покупки, то да, взять... Вот я хотел бы попробовать кольцо за 2000, но... Нам не пригодилось. Я не знаю, оно самое дорогое, это 2000. Перед ним было только за 500... Это отравленные стрелы, и то они... Дерьмо. Да. Вы точно хотите перезапустить текущее сохранение? В таком случае, вы начинаете новое путешествие с самого начала, но с некоторыми изменениями. Хорошо.
А что имеется в виду под изменениями? А, смотрите, здесь она в белом. Но мы прошли, считайте, за 4 часа. Загрузить. А, ну это просто встреча с финальным боссом. А, какие изменения? Типа. Окей. Мини-изменения. Давайте я начну, допустим, новую игру. Альтра. Клавиатура обычная. Ладно, думаю, тут одно и то же будет, в принципе. Ну да. Поэтому давайте, наверное, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до следующих прохождений Metroidvania, либо Souls игр. Поэтому всем пока.